Международный день мира отмечают ежегодно 21 сентября. Этот день – это день укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. День всеобщего прекращения огня, день отказа от насилия. В связи с этим Департамент по молодежной политике КФУ совместно с институтами и студенческими общественными организациями и объединениями проводят ряд мероприятий. Проблему молодежного экстремизма как угрозы системе адаптации мигрантов обсудили на круглом столе. Это очень важный момент, и поэтому вот оградить с помощью профилактической работы от проявления, скажем, экстремистской деятельности, да, различных таких вот террористических экстремистских групп, это одна из наших задач. В этом году Международный день мира проходит под лозунгом «Вместе на благо мира. Уважение, безопасность и достоинство для всех». Студенты Казанского федерального университета подготовили акции, приуроченные к этому дню. Давайте узнаем, какие. Проведенные акции говорят о том, что студенты КФУ действительно едины в определенных порывах и направлениях. И очень важно, что данные мероприятия были инициированы студенческими общественными организациями объединений. Само название «День мира» он определяет позицию всего человечества на нашей земле. То, что активность нашего студентов Казанского университета, она всегда была, это известен факт. Но отличительная черта нашего университетского сообщества – это объединение усилий и самих преподавателей, и сотрудников, и студентов. Для меня мир – это мы, студенты и молодежь. Если молодежь всех стран мира будет доброй, отзывчивой и образованной, то общество будет жить в мире и согласии. Свое доброе слово каждый студент отправил вместе с выпускающими в небо белыми голубями. На трех площадках Казанского федерального студенты призывали к миру и добру на планете. А вот челнинские и елабужские филиалы в этот день подготовили свои сюрпризы. Студенты филиалов КФУ приняли участие в праздничном митинге. По традиции, под музыку, учащиеся всего Казанского федерального университета запустили в небо шары. Веста Земскова, Ленардо Влетьяров, Влад Михневский, Андрей Багаудинов, Айдар Салихов, Универньюз.